Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. All right. Let's see how it goes. Where's our translator gone? Translator, where are you? Oh, there he is. Can you please? You know, I gotta start singing. You can. Let's see how it goes. Jai Radha Madhava, Punjabi Hare. Punjabi Hare. Jai Radha Madhava, Punjabi Hare. I'm
His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON Samstapakacharya, Srila Prabhupada ki, Gurantaraj, Srimad Bhagavatam ki, Sri Sri Radha Radhanath ki, Sri Giri Govardhan ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Sankirtan Yajna ki, Gaur Premanande, all glories to the Soma devotees, all glories to the Soma devotees, all glories to the Soma devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 23. Srimad Bhagavatam, 23 глава, Ситование Девахути, стих 42.
Шивурападанам. Тешам. Тешам. Пумсам. Пумсам. Удама. Удама. Четаса. Яр. Ашитас. Ашитас. Тиртар. Тиртар. Адаш. Адаш. Чарано. Чарано. Вьясанатьяя. Вьясанатьяя. Ким дурападанам тешам. Ум самуддама четасам. Ярашвитас тиртападаш. Чарано вьясанатьяя. Ким дурападанам тешам. Ум самуддама четасам. Ярашвитас, Ярашвитас тиртападаш. Чарано вьясанатьяя. Ким дурападанам тешам. Ум самуддама четасам. Ум самуддама четасам. Ярашвитас тиртападаш. Чарано вьясанатьяя. Читаем Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 23 глава, Сатавания Девахути, 42 стих. Трудно достичь. Тешам. For those. Для тех. Пумсам. Men. Людей. Удама четасам. Who are determined. Которые исполнены решимости. Яй. By whom. Которые. Ашвита. Taken refuge. Нашли прибежище. Тиртапада. Of the Supreme Верховной Личности Бога. Чарана. Feet. Стоп. Вьясана атьяя. Which vanquish. Которые разрушают опасности. Translation. Перевод. What is difficult для целеустремленного человека, который нашел прибежище под тенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека материальной жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживает слова «Яэр Ритас
Тиртхапада Чаранам, Тиртхапада, это одно из имен Верховной Личности Бога. Ганга считается священной рекой только потому, что вытекает из пальца на ноге Вишну. Ее предназначение — помочь обусловленным душам избавиться от всех материальных страданий. Поэтому для того, кто укрылся под тенью священных лотосных стоп Господа, нет ничего невозможного. Кардама Муни был необыкновенной личностью, но не потому, что владел мистическими силами, а потому, что был великим преданным Господа. Здесь сказано, что для великого преданного, такого как Кардама Муни, нет ничего невозможного. Хотя йоги, как правило, на примере Кардамы, способны творить всевозможные чудеса, сам он был больше, чем просто йогом, ибо принадлежал к числу великих преданных Господа. Поэтому Кардама Муни стоит гораздо выше обыкновенных йогов. Как сказано, Бхагавад-гите, из всех йогов самым лучшим является преданный Господа. Такого человека, как Кардама Муни, ни в коем случае нельзя считать обусловленной душой. Он уже достиг освобождения и превзошел даже полубогов, которые относятся к разряду обусловленных душ. Даже наслаждаясь в обществе своей жены и целого санмая женщин, Кардама Муни оставался претендентным к материальной обусловленной жизни. Поэтому в данном стихе употреблено слово «Явасатья-я-я». Который указывает на то, что Кардама Муни не принадлежал к числу обусловленных душ, он был выше любых ограничений материального мира. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под тенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, остерегающие человека в материальной жизни. Намасте, Кришна, 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 Кришна
Пита, Пабани, Бьо, Вайшнави, Бьо, Нама, Намага. Итак, Гиндене, вчера мы говорили, и там был разговор о том, что как Кардама Муни посредством мистических сил, йогическими силами, способен был путешествовать, проявить удивительные город, летающее здание, которое межпланетно мог путешествовать. Он проявил это, и тогда полетел по всей Вселенной. И Прабхупада говорит, Кардама Муни своими мистическими силами мог превзойти даже положение полубоков и путешествовать по всем направлениям. Это вчера мы читали, но смысл в том, что йогические силы в основном был способен манипулировать, управлять, направлять. Это удивительнейшее творение его самого. Это летающий город, здание. Это помимо нашего представления. В этом стихе сегодня, что мы читаем,
The fact that he can do Смысл, fantastic things, факт в том, что он мог совершить удивительнейшие вещи или невозможные вещи, или даже для полубогов, это тоже обсуждается сегодня, как часть обсуждения стиха, комментарий. Он был способен совершать эти вещи не просто как йог, а был больше, чем йог. Он был великим преданным. И когда личность становится великим преданным Господа, они могут совершать еще более невероятные вещи по милости и желанию Господа. Если Господь решает, они могут совершать куда более фантастические вещи, чем йоги или кто-то с силой йогических, мистических сил. Поэтому очень интересно и важный момент. Есть несколько преданных, есть некоторые преданные, которых я встречал, которые до познания Кришны имели некоторые мистические силы. Встречали ли вы кого-нибудь, но есть. Имели мистические силы до некоторой степени, когда они стали преданными, и они потеряли эти силы. Да? Я с ними обсуждал на нескольких случаях это было. И да, они старались вернуть свои мистические силы, но мистические силы не возвращались. Ну, по крайней мере, до того времени они не возвращались. Это интересно, конечно. И желание Господа — очень важное соображение. Это куда более, чем... Это важнее, чем просто важно. Это критически необходимо. И основной момент в том, что по милости Господа, через становясь великим преданным, великие преданные могут иногда делать, совершать удивительнейшие вещи, мистические вещи, или даже обычные вещи, казалось бы, но в другом ракурсе. Они могут это все произвести, что сверхчеловеческие вещи. Они прославленные и удивительные. Это очень важная часть, важный момент, очень интересный, любопытный момент, что этот преданный, кем эти преданные являются. Поэтому здесь момент ударения делается на то, что если принять лотосный стоп прибежище у Господа, эти стопы, они настолько имеют сил, что если вы под их прибежищем и настроены на лотосный стоп у Господа, если Господь милостив достаточно, то тогда эти силы, потенции, энергии, ты можешь стать уполномоченным ими и можешь совершить удивительные вещи. Конечно, для нас основной момент очевидный, что Шрила Прабхупада сам, который было, конечно, мистическое проявление в одном смысле, вся его проповедь, программа проповедничества Прабхупады. Джай. В одном смысле, каждый он что сделал с того времени, как пришел проповедник на Запад, это было мистическое все было, или сильное
мистический элемент присутствовал всегда, или, по крайней мере, регулярно, что Шрила Прабхупада делал. Но если вы скажете мистически, или что-то не мистическое, но что-то, какая-то деятельность, которая создавала какие-то удивительные результаты, милость Господа, по милости Господи, это критическое условие, которое делает разницу всего и во всем. И Шрила Прабхупада является удивительным примером. Сам Шрила Прабхупада однажды, что если кто-то откроет магазин на основной улице, в центральной части, где все ходят, это очень общественное место. Личность, этот человек открывает магазин в людном месте и предлагает, что в магазине, что они предлагают, что он может. Give me your life. Отдайте свою жизнь. Give me your life. Отдавайте свою жизнь в этом магазине. А я вам дам ничего. And how many customers are you going to get? Сколько покупателей вы дождете, скольких? Конечно, не покупателей в такой магазин ходить не будут. Но Прабхупада говорит, то, что он делал, он открывал магазины в центрах, в центральных местах города, в видных местах, и говорил людям, приходите, присоединяйтесь к нам, посвящайте свою жизнь, живите с нами. Преданные, которые живут в храме, имеется в виду. Живите с нами, поселяйтесь, и трудно, тяжело трудитесь, и у вас не будет свободного даже времени, и даже выходных не будет, и вам будут платить ноль. Будете содержимы простым образом. И это то, что Прабхупада делал. Столько людей приходило, присоединялись, и много из них все еще там, и все вы уже здесь находитесь, являетесь этим случаем. Даже если, очень интересный пример дается, Шрила Прабхупада никак там этого не сделал. Нам сказали, что Шрила Бхактисиддханта, у него один ученик был, домохозяин, с детьми, и жил на своем доме. Но он трудился где-то для государства, правительства, какой-то прерывается звук, не понимаю. Каждый месяц он получал зарплату, и каждый месяц он приносил деньги, наличку, всю наличку, и отдавал Шрила Бхактисиддханте. Шрила Бхактисиддханта спросил, сколько тебе надо, и он подсчитывал некоторое, и он давал ему, выделял это на содержание семьи, остальное оставалось в храме, остальные деньги. В Исконе у нас другой подход, но иногда кто-то домохозяин, который живет простую жизнь, и его сердце посвящено служению гуру и гауранге, тогда они могут также поступать соответственно. Но если предостаточно денег, лишних денег есть, они жертвуют
храму или покупают для храма что-нибудь такого рода помощь. Поэтому это положение средний обитатель. Мы будем тратить деньги на себя, обычно люди думают, наслаждаться жизнью. Мы еще больше денег тратить будем на себя, больше получать и больше тратить. Шрила Прабхупада делает это замечание. Это то, что он делал. Он пришел в этот мир и представил то, что с материальной точки зрения для обычного человека, который присоединяется и становится частью института, институции, материальной мысли, можно сказать, что они ничего не обретают. Никаких обещаний не дается и даже предположений, что ты что-то получишь и свободно, чтобы мог использовать по своему усмотрению, если ты живешь в храме. Поэтому вы приходите, предаетесь, свою жизнь посвящаете, и материально ничего многого не получаете. Поэтому сознание Кришны настолько привлекательно, что Шрила Прабхупада сам настолько привлекательен, настолько уполномочен пылью с лотосных стоп Господа, Верховной Личности Бога. Он способен это был сделать. И даже в физическом отсутствии те, которые продолжают пыль с его лотосных стоп, стараются распространять это, они тоже самое могут делать, чтобы люди оставляли свою материальную жизнь или жертвовали многим своей жизнью. И тяжело трудиться для Верховной Личности Бога. Конечно, они получают что-то, и это экстатичный результат, который они достигают в силу практики сознания Кришны. Нектар, который присутствует. Так или иначе, с определенной точки зрения, удивительно, удивительно, что преданные могут достигать, невзирая на ситуацию лично, в которой очень простая жизнь. Удивительно, поэтому Шукадева Госвами говорит о том, выражает блаженство, удивительное чувство, удивительно, невероятно, что тяжело достичь, нет ничего невозможного для достижения для целеустремленного человека и преданного. Нет границ. В конце концов, нет, границ на самом деле, по милости Господа, потому что в конце концов вы можете вернуться обратно к Богу, и жизнь там уже лучше, чем жизнь большинства богатых, наиболее могущественных, разумных, красивых, разумных, каких-каких людей, наиболее успешных материальных людей, жизнь Галока Вриндаваны насколько выше, выше, больше, шире, дальше, удивительно, настолько помимо всех границ наиболее успешного человека. Даже невозможно и сравнить. Это то, что сравнить 10 долларов со 100 долларами или к миллиону долларов приравнить. Но в этом случае невозможно сравнивать. Достижения превосходят настолько выше достижения материалистов, что даже невозможно
на самом деле значимое сравнение или подробные параллели провести. Этот стих напоминает мне другой стих из Шримад-Бхагаватам. Если бы я этот стих обнаружу, 10-я песня, 1-я глава, стих 10-й песни, главы 1, 58 стих. Да, этот стих. Он связан, относится к прояснению, расширенное сегодняшнего стиха. Что может причинить боль святым, которые непоколебимо верны истине? Как могут чистые, преданные, постигшие, что суть всего Верховный Господь, зависеть от других? Чего не сделает худший из грешников? И есть ли что-то, от чего не могут отказаться ради Господа Кришны те, кто предался Его лотосным стопам? Удивительный, красивый стих, правда? Удивительный стих. Поэтому, конечно, один пример здесь дается. Указывает на Камсу этот стих. Первая глава 10-й песни. Это все об начало всей истории явления Господа Кришны, как Камса собирался убивать Деваки, но Васудева как-то справился, не убедил его не убивать ее. В этом контексте Камсы здесь говорится, что может причинить боль святым, которые непоколебимы веры истине, есть ли что-то, от чего не могут отказаться ради Господа Кришны, те, кто предался Его лотосным стопам. Они, может быть, об этом не знают. Люди, которые немножко-немножко являются копиями Его, стараются, насколько могут, люди низшего характера. Они даже убивают своих детей ради своей выгоды и съедают их даже. Что можно еще сказать больше и дальше? Низшее среди людей. Это насколько низко можно упасть из глубины падения, которое мы можем не можем даже представить, как можно низко пасть в этом материальном мире. Поэтому, чтобы сделать это все, но смысл в том, в их умах, они в их уме, они считают вещи, которые мы можем делать, если какая-то выгода из этого можно извлечь. Даже хотя они нижайшие, и в основном, в обычном смысле, для обычных людей, они заменены. Но это доступно для людей с ужасного характера. Но в противном случае, по милости Господа, что больно для святого человека? Ничто для него не больное. Даже смерть не страшна святому человеку. Нарада Муни бросил вызов Вальмике,
Valmiki was a great criminal robber. Великий преступник, бандит. И где-то на лесу, где некуда было убегать, и Нарада Муни ему сказал Валмики: «Твои деньги или жизнь?» И Нарада Муни ответил: «Да, у меня нет денег, что поделать. И моя жизнь сильно ничего не стоит, так как я не тело, не только душа. Поэтому на самом деле меня убить невозможно. Поэтому я не знаю, что тебе сказать вообще». И он сказал Валмики: «Ты сам решай. Ты решай». И Валмики удивился. «Ты думаешь, что я не серьезно? Я серьезно». Нарада говорит: «Я серьезен. Почему тогда говоришь таким образом?» Валмики, так и по милости Кришны, и достаточно разума, чтобы понять, как это ты так чувствуешь себя. И Нарада Муни ему ответил, проповедуя. И чтобы длинную историю сократить, Валмики стал преданным. Поэтому это очень хороший пример, что очень больно может быть для святого человека. Ничего. Прабхупада говорит тоже, если преданный... Прабхупад был в Бомбее, и там была война своего рода. Иногда в Индии могут случаться. Пакистанские самолеты летали над Бомбеем. И городские власти выключили электричество. И все вдруг в темноте оказались. И Прабхупад сразу в этот же момент его спрашивал журналист-националистического настроя. И электричество пропало. И журналист сказал: «Вы только смотри, что пакистане делают. Это ужасно. А вы что думаете об этом? А если они начнут бомбить нас?» Ужасно, правда? Прабхупада ответил: «Если преданный видит, что вот бомба попадет мне на голову, он думает: все, вот Кришна приходит в форме бомбы взять меня к себе». Поэтому что для святой личности, что может быть больным? Как они могут быть, которые знают Верховную Личность как суть всего? Преданные независимы от материальных обстоятельств, и они не должны делать что-то здесь, жить в материальных условиях. Но если они должны зависеть в этом материальном мире, это не потому, что они должны что-то сделать с сознанием Кришны. Чего не отказаться ради Господа Кришны, чтобы предаться его лотосным стопам. Интересная часть здесь — преданные, которые отказываются от всего, ради Кришны, они полностью предавшиеся души, они могут куда более обретают взамен от Господа. Настолько больше, что они то, что они отдали для служения Господа, выглядит ничто по сравнению с тем, что они получают взамен. Как Друва Махарадж сказал,
после того, как он, Господь, проявился перед ним и предложил: «Вот, хочешь царство? Давай, вот я тут, бери, свое царство имей». Но Друва Махарадж сказал Господу: «Раньше я думал, что царство, получить царство, что царство исключительно важно, желательно для меня. И для меня кажется исключительно ценным. Но сейчас я получил тебя, Господь, я понял, что это царство, которое я думал, великим с кучей драгоценных камней. Я думал, что я получил тебя, я вижу, что царство — это просто бесполезная вещь, как куча, такая же самая куча разбитого цветного стекла. А какая цена разбитого стекла? Это просто бесполезно, мусор. Это мусор для переработки. Я уже упоминал раньше, однажды посещал восточное побережье России, Владивосток, город. Там преданные меня отвезли на побережье, и на этом побережье, на пляже, был разбитый цветной стекло. Какой-то корабль имел, вез полный бутылок, различных бутылок, и разбился. И это корабль вывела на берег, и там тонны стекла валялось, перемешано и вымыто на берег. Это просто многоцветной побережье, многоцветной пляж. Все это стекло, которое там валялось, вымыто было за столько лет. Они уже не были острыми стекляшками. И просто люди там их и оставили. И как с Друва Махараджем то же самое. Если что-то можно сделать, они сделают. Но это удивительно творческий подход. Они решили, это бесполезно, пусть валяется. Оставили все это на пляже, как Друва Махарадж. Куча разбитого стекла. Это мусор. Это просто мусор. И лучше оставить, бросить его. И самое худшее — просто избавься от этого всего. Таким образом. Тогда в этой самой идее, которую читаем лекцию стиха, кто предается верховной личности Бога, который принял прибежище верховной личности Бога, что для него тяжело для достижения? По милости Господа. И это применимо к нам. Вот мы в сознании Кришны. И стих говорит, переводя таким образом, что люди полны решимости. Не просто лентяи. Прабхупада говорил, в сознании Кришны нет места для
ленивых или сумасшедших. Но для решительных людей, серьезных людей, которые приняли прибежище у Господа и понимают ценность этого, то, что вы должны сделать с этим, для них, для этих серьезных преданных, которые с полной решимостью стараются заняться преданным служением, они могут достичь много вещей. Они могут почти все, все, практически все им достижено. Нет ограничений. В конце-то концов, на самом деле нет никаких ограничений, потому что Господь Кришна полностью контролирует каждый атом всего творения. И если он чувствует, что он хочет дать весь мир кому-то, преданному, или кому-то каким-то преданным, он может это сделать. Поэтому для самих нас, самих, мы должны понять, что мы тут делаем. Мы здесь культивируем сознание Кришны, конечно. Мы должны быть в сознании Кришны. И для этого нужно повторять свои круги джапу и следовать регулирующим принципам. Читать книги Шрилы Прабхупады нужно читать. Это личное культивирование сознания Кришны должно присутствовать. Но помимо того, мы должны стараться что-то сделать, какое-то ценное в своем служении для Господа. Нужно это делать. Мы получили столько много. Мы в конце концов достигли всего, поэтому только неблагодарный человек, если они что-то получают, величайший подарок от кого-то, от другого человека, они будут благодарны. Мы должны отблагодарить как-то за этот подарок. Хорошо, у меня вот подарок, даже не спасибо. Или большое спасибо. Разумный человек будет чувствовать, что я должен ответить, отблагодарить за подарок. Это наше положение. Это часть нашего положения. Жизненно важная часть нашей жизни. Настолько, что по милости Шрилы Прабхупады, по милости Господа Кришны, мы должны культивировать сознание Кришны и позаботиться о нашем сознании Кришны. Но в конце концов, в то же самое время, мы должны прилагать усилия служить, чтобы ответить на духе благодарности. В основном это означает помочь распространять сознание Кришны, движение сознания Кришны. И тогда кто-то увидит, может сделать столько много. Если кто-то не старается, решительных усилий не прилагает, не достигнет ничего. Но если кто-то полон решительности и старается, когда распространение книг было, только начиналось, и никто распространял, никто не распространял много книг. У нас были большие книги источника вечного наслаждения. Книга в размера журнала, величины распространения на улицах, и преданные думали, это просто распространять эти большие книги на улицах. Это невозможно. Но тогда некоторые преданные, они возвращались из Харинамы, и они распространяли журналы обратно к Богу. Но тогда кто-то остановился на бензоколонке, что нужно заправиться, и не оставили денег для заправки. Или кто-то из преданных вдохновился и предложил
бендакалонке книгу как зарплату за книгу. И человек принял. И тогда преданный удивился. Но он должен заплатить за бензин и взял книгу вместо того, чтобы мы платили деньгами. Люди будут принимать эти книги, это же невероятно. И так и началось все. И тогда преданные иногда в храмах 20 книг распространил. 20 книг в день распространил. Это невероятно. Как вы их раздали? Даром, что ли? И в конце концов, в один марафон распространили книг в Америке. Случилось. Один преданный Сарвабаума Дас во время марафона распространили книг в последний день в Рождество. Он распространил 128 больших книг на улицах. И все были просто потрясены, и это невозможно и невероятно. Потому что мы ограничиваем себя своими ложными представлениями. Мы чувствуем, что это невозможно, значит, невозможно. Но разумно. Но разум в том, что понять, что ты разумный. Но разум не воспринимать своего разума слишком серьезно. То, что мы представляем себе, то, что у нас организовано в уме посредством разума, это не является границей или ограничением. По милости Господа все возможно случиться и произойти, и можем сделать не больше, чем как мы представляем себе. И мы думаем, что мы посчитали это все и посчитали. Но мы можем совершить куда больше. Мы зависим. Это происходит от милости Господа, уполномочия по милости Господа. Вот преданная такова ситуация. На этот предмет такие соображения. Еще стих прочитаем. Стих. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под тенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и две священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. Поэтому, что говорить о тех, которые непосредственно под прибежищем лотосных стоп Господа, они уполномочены, вероятно, Господом. Хари Кришна. Есть ли какие-то вопросы, комментарии от преданных? Прабхупада имел мистические силы. Способ, каким он распространял сознание Кришны, это невероятно. Люди, которые такие как Шанкачарья, они были куда более открыты этим идеям. Звук очень плохой, трудно разобрать, что слышно. Они как сидящие утки, которым проповедовали. Трудно разобрать, что говорят из-за эха.
Еще есть какие-то моменты? I'm just changing.